Приветствую всех на моем канале. Сегодня я буду мариновать куриное мясо. Для этого мне понадобится лук. Я его нарежу кольцами. Вот так вот. Чесночок. Чеснок взяла один зубец. Сейчас вот так вот. Мелко-мелко его настругаем. Все, закидываем мясо. Солим, перчим. Так, сейчас открою. Также поперчить нужно. И в маринад я положу приправу для моркови. Тут уксус, потом идет кориандр, перец красный. В общем, все здесь. И масло. Масло можем тоже добавить немножечко своего. Я возьму салатное масло. Решила сегодня проэкспериментировать, что получится, если я сделаю вот этот вот, налью этот маринад. Попробуем. Немного масла я взяла вот такого. Все. Теперь можно все это тщательно перемешать. Здесь будет чеснок, все. Очень хорошая заправка. Потом я буду готовить это все в термомиксе. Вот так вот. Решила вот как-то по-другому. Думаю, дай-ка я сделаю я со своей приправой. Она у меня стояла, была в холодильнике. Думаю, да. Ой, а пахнет хорошо, очень даже. В ней уксус, я знаю. Горький перец, потом кориандр. Также горчица и мед. Вот и все. Готово. Видите, как получилось. Теперь оставляем это, пускай как следует промаринуется, а потом будем готовить в термомиксе картофель еще дацу и также овощи. Итак, с овощей я взяла брокколи, у меня две штучки вот, и цукини, и одну патиссон. Это все с огорода со своего. Все это нужно хорошо промыть и нарезать. Итак, брокколи я порезала, нарезала и это промыла все. Также помыла, в общем, цукини, патиссон и морковочки. Для деток я взяла тоже морковку. Нарезала на брусочки морковку. Следующий патиссон и брокколи. Также цукини. Патиссон тоже я нарезала. Теперь берем брокколи. Она у меня помытая. И тоже рассоединяем. Они на большие соцветия. Так вот.
Теперь посыпаю наверх овощную приправу, вот эту вот. Она уже с солью. Немного. Где-то столовую ложку. Так, накрываем крышкой. Это у нас тоже уже теперь готово. Теперь нужно нам порезать картошку. Картошку нарезала. Теперь нужно разделить на части, чтобы было не крупно. Итак, картофель я уже почти нарезала. Вот на такие вот долечки. Пересыпаем. Обязательно, чтобы она вот так вот. Все, сторон подставляем. Теперь нам нужна будет пергаментная бумага. Ее нужно будет разделить на две части. Одну нам не нужно будет, одну оставим. Так. Вот так вот я разрезала овально. Теперь удерживаем на решеточку нашу. На ворону. Вот так вот. Оставляем здесь с обоих сторон, чтобы дырочки были открытые. Теперь берем наши куриные. Сюда прилаживаем. Вместе с лучком. Со всей жидкостью. От приправы. И это вкусно. Решила вот так вот попробовать сделать. Я уже попробовала на вкус. Очень вкусно. Достаточно солен. Все в порядке. Так что можете попробовать с такой приправой приготовить. Все. Видите, как легко и просто. На картофель я посыпаю тоже эту же. Вот так вот. Готово. Включила я термомикс, открываем крышку нашу. Так. Наливаем 500 миллиграмм воды. И немного больше. Ну, ничего страшного, 600 грамм. 600 миллиграмм, в общем. Маленькую ложечку соли сюда же. Так, посыпали. Ставим нашу картошку уже внутрь. Теперь закрываем крышкой. Нормально. Так, следующее. Ставим нашу плату с овощами. Вот так вот. Поверх. И также наши, вот так вот потихонечку она будет поставить. Так, следующее накрываем крышечкой. Все в порядке. Что мы делаем? Теперь ставим наш термомикс на 25 минут. Варома и скорость единичка. Итак. Прошло 25 минут, открываем крышечку. Так, потихонечку. Ой, как хорошо получилось. Так, аккуратно проверяем. Ой, какая сочная у нас грудка получилась. Так, еще немножко ей нужно. Конечно. Так, готово. Можно будет. Так, аккуратно. Мне надо поставить на плату. Так, а также и переворачиваем наши овощи. Смотрим,
готова ли или нет. Хорошо. Прелесть. Так. После того, как все перемешали, картошку нам не нужно перемешивать. Ставим обратно же мяско. Закрываем крышечку. И ставим обратно же еще раз на 25 минут варом, что скорость единичка. Все. Арома и скорость единичка. Это я делаю для того, чтобы все было готово, потому что до конца наша грудка еще не приготовилась. Также овощи еще не до конца, просто нужно было перемешать все это. Я всегда так делаю, не смотрю на рецепт. По рецепту всегда стоит 25-30 минут, а это для меня мало немножко. Я хочу всегда, чтобы было как следует готово было. Готовлю я сегодня на улице, у нас на террасе, на свежем воздухе. Красота! Вот так вот. И жду, пока приготовится наше меню. Соус у нас будет, как всегда, холландез соус. Я его постоянно беру, как постоянно, ну, когда готовлю в термомиксе. Сейчас покажу вам пачечку. Вот такой вот. Он для рыбы, для мяса. В общем, с картошкой, с овощами он вообще прелесть. Здесь в пачке 300 миллиграмм. Красота. Так вот. Шесть минут осталось у нас, еще немного осталось. И будет готово. Готово. Все. Накрываем на тарелочку. Открываем крышечку. Так. Аккуратно. Вот так вот приготовилась наша картошечка. Еще вот столько осталось воды внутри в термомиксе. Так, переложим картошечку прям уже в кастрюльку. Она у нас не развалилась. Закрываем крышечкой сначала. Также сделаем с овощами. Вот так вот получились у нас овощи. Сейчас тоже их пересыпаем в кастрюльку. Все овощи у нас приготовились. Также открываем наше мясо аккуратно. Оно тоже у нас приготовилось, видите. И пересыпаем в кастрюльку или же в сковородочку. А запах стоит неимоверный. Маринад прекрасный. Советую приготовить по нему. Ребята, это вкусно! Вот так вот выглядит наше меню. Курочка в маринаде с луком. Также овощи и картофель. И соус холландез. Очень вкусное меню. Приготовьте его. До следующего видео. Пока-пока, друзья. Всем приятного аппетита. Пока.